канале Маша и Ярик перед этим видео. Спуститесь вниз, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь. И первым делом мы из моего телефона распакуем чехольчик. Сейчас достаем чехол. Он у меня вот такой. Он такой эластичный, он сзади такой приятный, просто бомба! Сейчас самый приятный момент. Распаковываем телефон. Достаем. Все, сейчас мы увидим мой телефон на свет. Какой он красивый. Мы сейчас его достанем. Так, сейчас его даже не хочется трогать за стекло, потому что это мой первый телефон. Ну, смотрите, какой он классный! Вот такой он симпатичный, вот такой он красивенный. А сейчас мы посмотрим, что у нас в коробочке. Здесь у нас блок питания. Тут у нас зацепочка для сим-карты. А тут сама зарядка. А сейчас мы распакуем защитное стекло. Достаем. Тут нарисован какой-то царь-лев. Я с таким телефоном точно буду царем. Сейчас мне моя сестра поможет наложить стекло на телефон. Оказывается, стекло накладывать очень трудно, так что мы это сделаем потом. А теперь мы кладем телефончик в чехольчик. Так. Засовываем. Вот я одел телефон в чехол, и вот так он выглядит в чехле. По камере напоминает iPhone 12, но это Samsung. Осталось его включить. Вот эта кнопочка все решает. Все, я его уже включил. Ждем, пока загрузится. Вот он включился. Вот, его тут уже кто-то настроил. Смотрим здесь, какие есть приложения. Так, Яндекс, еще что-то. Вот какие приложения здесь есть. Давайте посмотрим качество его фото. Качество мне очень нравится. Очень хорошее качество. Вот такое качество фото. Ребята, я так его долго ждал. Я так давно о нем мечтал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет интереснее. Всем пока-пока!